моя душа. На цепях в гробу хрустальном спит моя душа. Мне пришлось ее лишить пору черных лет. Раньше, чем успел родить, я на этот свет. Мне чего-то там твердили, проверили кино, но ее похоронили с верой за дно. Но ее похоронили с верой за дно. Эту спящую царевну много лет подряд ни фанфары, ни сирены не могли поднять. Ложно-пудренная густа охраняла гроб, а на сердце было пусто, хоть коти шаром. А на сердце было пусто, хоть коти шаром. Нет любви к отцу народу не было уже, но пришла к нам через год боль невинных жертв. Не страдали мы без веры, мы из-за него. Поколение без веры только из него. Поколение без веры только из него. Муза выплюнула кровь в многолетний кляп. Все же что это такое? Пройденный этап. Злоба, зависть не людская, убивала их, самых лучших исключая из числа живых, самых лучших исключая из числа живых. А потом все эти годы, пустота и ложь, вот она откуда родом, это молодежь. И, конечно, было нужно, нужно все равно. Сейчас, когда смертельно душно, распахнуть окно. Сейчас, когда смертельно душно, распахнуть окно. Мимо этого места машины по трассе идут без остановок. Здесь почти нет людей. Лишь сразу возле дороги располагается до сих пор подстанция Нижний Бутугычак. Вечный символ этих мест – колючая проволока. И все это вместе взятое. И столбики. И развалины зданий. И обрывки запутанной ржавой колючки. Называется одним жестким чужеродным словом – Бутугычак. Человеческие черепа, которые здесь встречаются, останки жителей архипелага ГУЛАГ. Бутугычак в переводе с ивенского дословно значит «копытка» или «болезнь ног у оленей». Ивенки никогда не пасли здесь оленей, иначе не назвали бы так это место. Но почему все-таки копытка? Здесь очень много скальных обломков. Животные могли поранить себе ноги. Но здесь и залежи урановых руд. Нам известно, что после облучения частицы радиоактивного вещества откладываются в ногтях, в зубах. Для оленей это могла быть копытка. Как бы то ни было, пока это только догадки. Камни, рассыпанные повсюду, помнят многое. Да и сами они, изломанные, раздробленные, появились здесь не только от природных осыпей. Это тоже следы той бурной деятельности, которая началась здесь в конце 30-х годов. Сюда, в это гиблое место, погнали тысячи заключенных. We'll be right back.
Вы видите остатки строений лагеря, которые старожилы называют сопка. Отсюда открывается панорама долины с чистыми горными ручьями. Но те, кто работал и жил в этих бараках в те далекие годы, редко бывали внизу. Здесь не хватало воды. Зимой население лагеря оттаивало снег. Летом воду добывали в штольнях, откалывая лед, смешанный с аммонитом. По свидетельству очевидцев, здесь, наверху, люди постепенно забывали вкус нормальной воды. Питание не отличалось разнообразием. Мясо морзверя, немного низкокачественной крупы, да пайка липкого вещества, отдаленно напоминавшего хлеб. Вот и все меню истощенных, измученных непосильной работой людей. Здесь отбывали срок каторжных работ за разные провинности и просто без вины. Но каково бы ни было прегрешение тех, кто здесь сидел перед обществом, даже настоящие преступники вряд ли заслуживали такого обращения. Это было преступление перед человечеством. Здесь все было за колючей проволокой. Но, как видите, иные здания были обнесены особо. Бур, барак усиленного режима, относился как раз к таким зданиям. Сюда сажали провинившихся. Хотя вряд ли можно было сильнее наказать людей, с которыми и так обращались бесчеловечно. Тем не менее, многие из оставшихся в живых очевидцев дни, проведенные в буре, помнят и сейчас. Холод, отсутствие даже того минимального рациона питания, который полагался заключенному на общих работах, оторванность от людей, а зачастую и ожидание смерти, давили на остатки сознания, делая существование невыносимым. И все-таки люди цеплялись за жизнь. Они хранили в уголках сознания картины прошлого. Они сопротивлялись своему главному врагу, медленному умиранию. О, люди, люди с номерами! Мы были люди, не рабы. Мы были выше и упрямее своей трагической судьбы, скажет через много лет поэт Жигулин, прошедший через лагерь Бурагачак. У каждого из них когда-то была своя судьба. Но здесь за них думал один человек, планируя светлое будущее. Вы видите на рельсе надпись «Завод имени Сталина». Тысячи сел, городов, заводов, колхозов носили имя великого вождя. С его именем победители Второй мировой шли в атаку. С его словом связывали все победы и лучшие изобретения. Очевидцы вспоминают, что здесь, на участке всемогущего ГУЛАГа, применялась по тем временам передовая техника. Они называют марки лучших отечественных и иностранных фирм, машины которых работали на рудниках Бутугачага. Но это для производства. А для людей, которые ничего не стоили, по-прежнему главным орудием были кайло да тачка. Огромные разрезы в скалах после взрывов выбирали вручную, по камешку. Вспоминает очевидец, один из немногих выживших людей, писатель Шаламов. Тачка на Колыме бывает трех видов. Первая – обыкновенная старательская тачка, емкостью 0,3 кубометра. 30 тачек на кубометр породы. Сколько весит такая тачка? На Колыме в золотых ее забоях к сезону 1937 года были изгнаны старательские тачки как маломерки, чуть ли не вредительские. Гулаговские или берзинские тачки к концу 1937 и 1938 года были емкостью в 0,1-0,2 кубометра и назывались большими тачками. 10 тачек на кубометр. Сотни тысяч таких тачек были изготовлены для Колымы, завезены с материка, как груз поважнее витаминов. Были на приисках и металлические тачки, также изготовленные на материке, клепанные, железные. Тачки эти были емкостью в 0,75 кубометра, вдвое больше старательской, но, разумеется, не устраивали хозяев. ГУЛАГ набирал силу. Эти тачки не годились для забоев Колымы. Раза два в своей жизни мне пришлось поработать на такой тачке. В их конструкции была ошибка. Тачечник не мог распрямиться, толкая тачку. Единство тела и металла не получалось.
С деревянной конструкцией тело человека ладит, находится ее слегка. Тачку эту можно было толкать вперед, только согнувшись в три погибели, и колесо само съезжало с трапа. Поставить тачку на трап человек один не мог, нужна была помощь. Металлические тачки нельзя было удержать за ручкой. Расправляясь и выталкивая тачку вперед, а изменить конструкцию, длину рукоятки, угол наклона, было невозможно. Так эти тачки отслужили свой срок, мучая людей хуже, чем большие. На тачке в кадре железные тачки. Вы видите фамилию Болченков. Кто это? Заводской умелец, оставивший свой автограф на собственном изделии. Либо заключенный, потерявший надежду выжить, решил хоть как-то увековечить себя. Осматривая развалины, все время отмечаешь. Здесь все когда-то было сработано прочно, на совесть, на века. Толстые стены, кованые решетки. Все это кончилось со смертью великого вождя. И только Богу известно, что произошло бы, проживи любимый Сталин еще немного. Трудно, почти невозможно представить себе положение заключенного, безвинно осужденного в те годы. Но люди, умирая, жили. И одной из тех радостей, которую у них не мог отобрать ГУЛАГ, была весна. В это время можно было, наконец, отдохнуть от жестоких колымских морозов. Можно было увидеть солнце без морозной дымки. Его нельзя было засадить, закрыть железной дверью, как нельзя было уничтожить человеческое в человеке. Нельзя было лишить людей первых цветов, подснежников Колымы. Мы почему-то представляем здесь каторжан, но были и каторжанки. Режим тотальных ссылок не делал различий. И этот лагерь, судя по свидетельствам очевидцев, начинавшийся как мужской, затем стал женским. Женщины выполняли ту же работу. Кому-то из них повезло. Пока не дошли до крайней степени истощения, они могли стать наложницами охраны, а то и высокого начальства. Но каждая на Колыме проходила всю боль и ужас унижения.